Ну что, с Helltaker закончили. Давайте смотреть бесплатное дополнение для бесплатной игры, которая называется Exam Taker. Если про Helltaker я хоть что-то слышал и видел, то про Exam Taker вообще не в курсе. Совершенно. Все начинается, как в большинстве сказок. Однажды главный герой просыпается с мечтой. Но это лихорадочный кошмар. Его тело и разум больше не принадлежат ему. Ой. Это будет что-то мозговыносящее. Ну, короче, смысл понятен. Ладно, я понял. Только не так. А, нет. Ты правильно была, тут ничего. Да. А теперь вправо. А, ходов. Мне не хватает ходов, да. А можно не так сложно? А советов тут тоже не будет? Может, мне надо было вверх? А куда мне надо подойти? Мне надо зайти... Вот здесь вот, вот это вот движение абсолютно лишнее. Стоп. А если еще раз? А почему получилось? Ладно. Хранитель знаний, демон науки. Еще один проснулся. И к тому же такой хороший экземпляр. Ты тот, кто сделал это со мной? Объяснись немедленно. Я пытаюсь создать идеальное слияние между человеком и демоном. Давай протестируем это восхитительное тело следующим испытанием. Начнем? Начинай вторую фазу, Люси. Как пожелаете, хранитель знаний. Я не знаю, почему она Люси. Вообще Люси, по идее. Неважно. Подожди, что это? На скорость просто? А принцип такой же, как с цепями. Ну да. Это было слишком легко. Тьфу-тьфу-тьфу. Смертность в следующем испытании довольно высока. Но не волнуйся, я возлагаю на тебя большие надежды. Достаточно, освободи меня, иначе я покажу тебе, как выглядят настоящие мучения. LMSU-667. У меня там написано, да? LMS. Согласно данным, ты являешься испытуемым 66 из 6 экспериментальной партии. Это очень многообещающе. 3×6. Да, в этих числах есть сила. Если кто и может пройти мой экзамен, так это ты. Позволите говорить, хранитель знаний? Да, Люси, что случилось? Испытуемый 66 умер вчера. Это испытуемый 67. Спасибо, что разрушила мои надежды. А я и думаю, что-то не сходится. У меня вроде номер не тот был. Мне нужно две штучки сделать здесь. Где? Блин, я сейчас, по-моему, мог бы сделать. Мне кажется, одного хода не хватало. Все еще жив? Испытуемый не 66. Я иду за тобой. Если ты думаешь, что твои игрушки остановят меня, ты сильно ошибаешься. Конечно, делай, что хочешь, поскольку твои шансы на выживание астрономически малы. Я могла бы поделиться с тобой секретом. Видишь ли, я не настолько... Видишь ли, я не настоя...
Видишь ли, Видишь ли, я не настоящий демон. На самом деле я ангел. Мой исследовательский проект требовал, чтобы я замаскировалась под демона и поднялась на вершину иерархии ада. Ты бы удивился, как легко оказалось захватить власть над адом. Они недооценили мое любопытство, не так ли, Люси? Ой, а можно? О, ну здесь хотя бы без этого. Без двигания. Да. Хотя нет, за двигание. Нет, ну здесь, по крайней мере, без ходов. С первого раза. Я совершила бесчисленные зверства, это правда, но все это было во имя науки. Чтобы все грехи можно было проанализировать, задокументировать и заархивировать, может быть, однажды даже вылечить. Вот что отличает ангелов от демонов, мотивация их действий. Продолжай говорить сама с собой, изверг. Скоро мои руки будут возле твоей шеи. Ты же не веришь, что я ангел, не так ли? Я бы показала тебе свой нимб, если бы я только знала, куда я его положила. Подожди минутку. Разве я не... Не-не-не, этого не может быть. Должно быть, я оставила его в другом халате. Следующее испытание, особенно садистское. Повеселись. Много их еще. Особенно садистских. Привет, привет. Лиза решила уже вторую головоломку. Лиза, иди реши мне еще одну головоломку. Может, вот этот кубик я что-то не так делаю? Во, все, прошел. Какой молодец, даже вспомнил. Будь я проклята, ты довольно хорош для номера не 6, для номера не 66. До сих пор это был материал на твердую пятерку. Ты же понимаешь, что я всегда могу пропустить головоломки в меню, верно? Мне почти кажется, что я снова молода. Наивный ангел-студент, пишущий диссертацию о современном грехе. Конечно, к настоящему времени я десятикратно завершила полное исследование всех грехов в записанной истории. Тем не менее, при виде чего-либо слегка соблазнительного, она все еще потеет, как жаждущий подросток. Это Люцифер уже про нее. Люси, пожалуйста, я же сказала тебе просить разрешения, прежде чем ты будешь издеваться надо мной. Скажу честно, этот уровень я тоже прошел. Я не думаю, что это сейчас будет очень быстро. Да признавайся во всем уже сразу. Ну ладно, я дошел до следующего уровня, там будет боссик. Вот, и я прошел у него первую фазу. Потом я думаю, а что я сейчас-то буду босс пинать? Надо, наверное, на стрим попинать, вроде несложно. А сейчас до конца стрима такой. Зависнет. Ага. Дурацкий уровень, на самом деле, вообще стрёмный, сложный вот этот. Не, ну тут главное понимать, в чем прикол. То есть я вот с этой комнаткой финальной довольно долго висел. Надеюсь, сейчас получится все это сделать быстро. Все, хорошо. Боже мой, я не могу в это поверить. Ты действительно достиг заключительной фазы. Ни один другой испытуемый не заходил так далеко.
У нас есть яблочные пироги. Ты любишь яблочные пироги? Пройди это последнее испытание, и ты сможешь получить все яблочные пироги. Что, не блин? Есть ли еще какая-нибудь награда, которую ты хотел бы получить? Просто назови ее, и она твоя. Я заберу все, что тебе дорого. Думаю, я начну с твоей маленькой самодовольной горничной демона. О, я вижу, ты знаешь, что есть хорошего в жизни. Я могу подтвердить, что Лиси лучшая из всего, что здесь есть. Она умная, прилежная и пытается убить меня только 2 раза в неделю. И даже не спрашивай меня о качестве ее блинчиков. Но боюсь, что ты не сможешь ее заполучить. Я бы никогда не отдала свою лучшую девушку. Ой, так. Так, теперь драка. Сразу надо боевую позу. За горничную, да? Это, возможно, к порталу отсылочка, да. Ой, так, сейчас. Саша поудобнее такой боевую позу занимает. На. Музычка тут крутая. Тут не будет 3-4 попыток, как это было в первом боссе. Здесь вообще какой-то хардкор по полной. Все, выключился. Сам, я сам. Нет, не все сначала. Фу, не все сначала. Бумс. Это надолго. Да не, второй я сейчас пройду, наверное. Если не буду сам убиваться в эти колючки. Ага, наверх надо было. Ладно. Системно все, да, Саша? Да, здесь все одинаково, то есть зазубрил, в принципе, тактику. Я поняла, поняла. И прошел. Ой, это что-то неожиданно. Там ахаха. Успел. Бонус у тебя на. Слава богу, не все с нуля проходить. Ого, оно еще и стрелять теперь будет. Да жесть. О! Что вообще это? Куда? Этого можно в Dark Souls отдохнуть. Все, сдохни. Отдай нашу бабу. Хранительный лунь. Ты прошел. Наконец-то мы это сделали. Успех. Мы успешно совершили грех против самой природы. Замечательно, а теперь перейди к той части, где ты отдаешь яблочные пироги, хорошо? А, так мы за пироги же? Ну да. Те яблочные пироги, которые я тебе обещала, мы немного разволновались и уже съели их. Точно, точно. И когда я говорю «мы», я имею в виду Люси. Ладно. Тебе придется подождать, пока наш главный специалист по яблочным пирогам не сделает больше. Яблочный пирог готов. Джастис. Кстати, о дьяволе. Джастис — это благословение, которое не перестает удивлять. Я не могла бы сказать это лучше. Ох, это пустяки, ребята. Надеюсь, вы подавитесь им, сумасшедшие ведьмы. Вот твой яблочный пирог, ты его заслужил.
Люси, будь добра, принеси нам тоже кофе. Испытуемый 67. Ты первый здоровый и стабильный пример нового вида демонов. Ты даже не представляешь, как многому мы можем у тебя научиться. Я хочу научиться всему. Вот, вот так. Теперь ты выглядишь так, как надлежит выглядеть красивому демону. Ты находишь мое унижение забавным, несчастный чертенок. Принарядили такие. Ой, да ладно, тебе идет, честно. Не то чтобы у тебя был большой выбор в том, как одеваться, теперь ты собственность нашего маленького ангела. Как и весь ад, на самом деле. Это такой позор. Однажды я получу свою корону обратно. Запомни мои слова. Хотя мне интересно, когда придет время, ты встанешь на мою сторону или на ее? Я подумаю. Она хорошо меня знает, но она не знает тебя. Ты можешь быть непредсказуемым и, следовательно, полезным. Подумай о том, что я сказала, хорошо? Ты напоминаешь мне человека, которого я когда-то знала. Интересно, как он сейчас поживает? Конец. Это про Хеллтейкера, я так понимаю. Человека напоминает. А что с ним, интересно, стало? Ну, возраст все такое. Нет, но он же ушел к этому, к Вельзевулу. А, ну да, точно. Но это в одной из концовок. В секретной концовке. Истинная концовка, секретная концовка. Да? Да. А кто сказал, что это? Ну ладно. Кто сказал, что она истинная концовка? Я сказал. Ну ладно. Только что. Но она же секретная, значит, она истинная.